Ребята, всем привет! Я хочу зарядить вас с позитивом и хорошим настроением. Снимаю для вас ролик с примеркой одежды. Это на самом деле моя любимая рубрика. Я люблю снимать такие видео. Я, во-первых, всегда в предвкушении заказа. Заказываю на сайте новые сарафанчики, платьюшки, которых мне так не хватало. Сейчас расскажу почему. Затем вам приносят долгожданную посылку. Вы как ребенок ее распечатываете, как ребенок, как в детстве, когда приносят вам подарки. И примеряете на себя вещи. В этот раз я снова сделала заказ. Очередной заказ сайта SL Ira. Я на протяжении 3 или даже 4 уже лет заказываю вещи с этого сайта. Я сделала уже заказов 15, если не больше. И всегда у нее такие женственные коллекции, которые я с удовольствием хочу носить, которые подходят мне по темпераменту, по моему стилю. И, кстати, я заметила, что мужчинам, по крайней мере, в Америке очень нравится такой женственный стиль, женственные платьюшки, потому что странно, но факт. Здесь, в Америке, очень сложно найти красивые женственные летние сарафаны, макси, мини, к которым мы привыкли в наших странах. Вот вспомните разные различные сайты, всевозможные сайты, которые вы можете представить, существующие в России, магазины, бутики, барахолки. И здесь такого нет. Здесь в основном какие-то определенные коллекции, H&M, Zara, Forever 21, и шьют для Америки, для американского стиля. И во Флориде здесь вообще другой стиль, потому что здесь все время жарко, влажность повышенная, одежда совсем другая, она очень отличается. И редко можно встретить девушку, которая одета, вот знаете, прям вот как у нас, такую прям красивую, в сарафанчике, женственную, летящей походкой. Очень редко. Я так соскучилась по таким вещам, что прям вот не смогла сдержаться и заказала себе новые летние сарафанчики, платьюшки, чтобы быть снова женственной, такой вот красивой. Вас ждет конкурс. Вы можете выиграть любую вещь, которая вам понравится на сайте SL Ira. Потом после этого видео вы сможете выбрать одну из вещей, которую показывала я, либо любую другую на сайте, которая представлена. Поэтому оставайтесь вместе со мной, и потом в конце видео узнаете об условиях конкурса. На мне коротенький, легкий летний сарафанчик, черный в белый горошек. Этим летом вы не промахнетесь с одеждой в горошек, потому что она в моде, актуальна. Вот этот сарафан, он очень нежный, легенький, коротень. На пуговичках вы можете регулировать ваш вырез, декольте, можете совсем вот застегнуться. Практически на всех моих сарафанах, которые я заказала, есть пояски. Я очень люблю поясок. Когда на талии есть поясок, это классно подчеркивает вашу фигуру, изгибы, талию, вашу женственную, романтичную натуру, потому что можно завязать бантик. И сейчас я вам с удовольствием покажу такой вот красивый джинсовый сарафан с глубоким сексуальным вырезом. Ох, этот вырез, он действительно глубокий-преглубокий. Можно надевать под сарафан этот водолазку, либо топ, маечку, обыграть как угодно, блузу. И самое интересное, что носить этот сарафан можно на работу, либо на любые вечерние мероприятия, потому что он смотрится стильно и красиво. Есть карманы, что тоже очень удобно. И, конечно же, вот этот вырез, он очень привлекает. Знаете, я очень давно искала себе белый спортивный костюм. Он, конечно, не совсем белый, он нежно-молочный, но почти белый цвет. Приятный, красивый, идеально под мой рост и идеально однотонный. Я хотела, очень-очень хотела себе светлый, однотонный спортивный костюм, чтобы надевать его под белые кеды и выглядеть дорого-богато. Яркие, красивые кеды тоже будут классно смотреться с белым однотонным костюмом. Девчонки, приготовьтесь, я сейчас покажу здоровский сарафан, в который я влюбилась сразу, как только увидела его на сайте. Я его увидела и поняла, что да, я именно его хочу. Именно с этого сарафана у меня начался уже весь заказ, формирование всего заказа. И, о да, это любовь с первого взгляда. Лимоны, почему-то я так влюблена в лимоны в последнее время. Эх, вот оно. Этот сарафанчик темно-синего цвета с желтыми лимонами. Еще мне так понравилось, что здесь есть ленты, которые можно, в принципе, снимать, развязывать, завязывать здесь на плечах, а также на талии третий ремешок. Это макси-сарафан, он длинный, летний, красивый, и вы в нем будете точно звезда дня, вечера, пляжа и так далее. И, девчонки, не судите меня строго, но я все-таки это сделала, я заказала себе
три шифоновых сарафанчика с коротким рукавом. У меня когда-то были похожие сарафаны. Вот, например, у меня было вот такое розовое красивое, только с длинным рукавом. Его я оставила в Казахстане. Когда я увидела, что появились с короткими, именно летние, я подумала, что да, я хочу, потому что эти сарафаны меня всегда выручали, они классно смотрятся, и можно надевать их повсюду. Особенно, вот опять же, белый сарафан будет всегда выигрышно смотреться. Это шифоновые легкие сарафаны с пояском. И вот этот темно-синий сарафан, он тоже шифоновый, с пояском, тоже с высокой горловиной, на перламутровых пуговицах. В принципе, как и сарафанчик вот этот вот в горошек, который сейчас на мне, только в горошек этот сарафанчик покороче, он идет выше колена, а вот эти три шифоновых сарафана, они идут ниже колен. А на розовом шифоновом сарафане с короткими рукавами есть плюссированная юбка и карманы вот спереди на груди. Также здесь другой воротничок, обычный классический. Если вы за мной давно следите, то вы видели у меня похожие сарафаны. Это длинные воздушные сарафаны, романтичные. И у меня был такой красный, у меня был такой белый сарафан. У них юбка просто откидывается на все 180 градусов. Такой он красивый, легкий и женственный, что я снова заказала себе только в розовом цвете и буду носить его с удовольствием этим летом, потому что он шикарен. Особенно в нем очень красиво гулять по побережью, где-то на романтическом свидании. Ой, оно так красиво развивается на ветру, потому что юбка здесь так красиво сшита, широкая, большая. Ребят, я, конечно, не забыла про конкурс. Если вы хотите выиграть любой наряд с сайта SL Ira, то прослушайте условия, они очень простые. Первое, что вам нужно, это быть моим подписчиком. Это очень просто, подписаться где-то здесь на мой YouTube канал, есть красная кнопка подписаться. Второе условие, это выбрать любой наряд на сайте SL Ira. Любой, вы пройдите по ссылочке, которую я оставлю в описании под этим видео, и выберите любую вещь, которая вам понравится. Затем просто напишите название этой вещи в комментариях здесь у меня под видео. И случайным образом через неделю я выберу одного победителя. Вы можете проживать в любой стране мира, без проблем, все вам отправим. Так что я желаю всем удачи, бегите быстрее на сайт, смотрите вещи, которые вам нравятся, и пишите под этим видео в комментариях название этой вещи. Всем спасибо за просмотр, желаю всем удачи, пока-пока!